мастера. Работы мастериц-вышивальщиц этого русского села известны далеко за пределами нашей страны. На территории России в наши дни насчитывается около 200 самобытных народных художественных промыслов. Их искусство корнями уходит в далекую старину. Во Владимире состоялось выездное расширенное заседание правления Союза художников РСФСР, посвященное вопросам дальнейшего развития народных ремесел. Роль мастера в развитии народных художественных промыслов, сохранение старинных промыслов России, забота о творческой молодежи. Эти проблемы были в поле зрения участников встречи. Художники и народные мастера ознакомились с лучшими образцами народных умельцев. Сберечь древнее неповторимое народное искусство – важная и благородная цель.